Все люди мечтают, но по-разному. Одни грезят ночью, в темных закоулках разума. Но стоит им проснуться, как мечты их обращаются прахом. Но есть и другие. Те, кто грезит наяву. Опасные люди, ибо они идут навстречу мечте с открытыми глазами. Это сделал я. Руки вверх. Любишь свою работу? О, да, обожаю. Теплый прием. Оружия нет. Прошу извинить. Это вынужденная мера. Полагаю, вы Толбот. Мистер Салливан и мистер Дрейк. Это я. А ну у вас? Сначала покажите деньги. Катер. Все здесь. Показывайте. Я должен его проверить. Конечно. Серебро. 16 век. Елизаветинская эпоха. С девизом сэра Фрэнсиса Дрейка. Что ж, кольцо подлинное. Ну, конечно, подлинное. Позвольте спросить, а откуда оно у вас? Это важно. Мой клиент будет доволен. Постойте-ка. Нас хотят надуть. Уверяю вас, мистер Дрейк. Эй, ты прав. Эти купюры явно фальшивые. Это что еще за комедия? Могу задать тот же вопрос. Ну все, баста. Сделки не будет. Клиенту скажете, что все профукали. Идем, на это пошло, но все к черту. Не в вашем положении ставить условия. Отдавайте кольцо, берите кейс и уходите отсюда по-хорошему. Пока можете. Делай, как он говорит. Вы вор. Надо же, какая ирония. Упс. Черт. Ох, засада. Давай, иди сюда. Америкашка, один трёп. Эй, хватит с него. Да, приятель? Стоп, лежать, Виктор? Кейт? Все бродишь по подворотням со своим протеже? Подумать только, в твоем-то возрасте. Это вы, ну конечно. О, осторожно, вдруг растаете. Тот же дерзкий щенок.
такой смелый. И все-таки чего же ты боишься? Ни пуль, ни крови, ни зверской боли. Нет, тебя все это заводит, так ведь? Бой со смертью. Кто кого? Кейт! Не бойся, Виктор, я не трону твоего мальчишку. Я лишь заберу свое. Отдайте! Катер! О боже, что ты наделал? Заткнись ты! Болван! Не стоит благодарности, мадам. Марлоу, вам нужно уходить. Ну, пристрелил мерзавцев, что с того? Эй! ¡Ratita callejera! ¡Suélteme! ¡Su clase de gente no es bienvenida aquí! Как бы теперь убить время? Ну, у меня есть идеи, как приятно провести пару часов. Суэлтаме, вехо! Вторая попытка. Отпустите! Ага, так я и думал. Не смей удирать. Далеко ты забрел, сынок? Хм, я вам не сын. Родители теперь волнуются. Хм, ну, это вряд ли. Ясно, больная тема. Ты талантливый воришка. Я оценил. Не знаю, о чем вы, папаша. Эй, я тебе не отец. А техника у тебя хромает, сам выдаешь себя наперед. Что за чушь? Чушь? Ты ходил за мной хвостом по городу. Видать, счел меня легкой жертвой. Не на того напал, брат. Стоять! Что? Бумажник. Значит, придется звать полицию. Валяйте. Им будет интересен старый турист, зажавший пацана в тихом переулке. А ты хитрый маленький воришка. Я способен постоять за себя.
И, кстати, полицию вы любите не больше, чем я. Ты прав. Парень, бумажник. Хоть попытался. Ну да. Выдаю себя наперед, значит, да? Ух ты! Эх, пацан! О, Виктор, посмотри! Тот самый грязный щенок, что увел твой бумажник. У тебя нет шансов, сынок. Давай сюда. Ну, кольцо. Какое? Кэтрин! Кем ты себя возомнил? Ты просто жалкий, немытый попрошайка. Ты не достоин касаться этого. Кэтрин, ты в своем уме? Он ребенок. Взять его! Кто у нас тут? Оп. Не ушибся? Не надо бояться. Закрой глаза. Больно не будет. Пошли. Не бойся, парень. Расслабься, парень. Тут безопасно. Ешь. Ну, ладно. Раз не хочешь. Что вам нужно? Хоть бы спасибо услышать. Между прочим, я спас твою шкуру. Спасибо. Что с этого вам? Ну, вы ведь вор, так? Ищите выгоду. Да уж, трудно, ребенок. Как попал на улицу? Нет уж, мистер. Извините, я вас не знаю. Легко исправить. Виктор Салливан. Теперь было бы вежливо представиться. Ладно. Скажи хоть, чем тебе приглянулось это кольцо? Оно мое, фамильное. Я просто его забрал. Фамильное кольцо Фрэнсиса Дрейка? Ну да. Не хочу тебя расстраивать, парень, но у Дрейка не было наследников. Никаких детей. Ну, от жены в Англии и правда не было. Умный малый.
Дай взглянуть. Ну, брось, парень. Если бы я хотел его отнять, давно бы это сделал. Спасибо. Что написано? Парвис ма... Сик парвис магна. Значит, великое начинается с малого. Это его девиз. Да? Кольцо подарила ему королева Елизавета после того, как он вернулся из кругосветного плавания. Она посвятила его в рыцари. Этому ты явно не на улице обучился. Откуда такому пацану знать латынь? Ну, монашки заставили. А, то есть ты был в пансионе? Красивое название. Ладно. И что ты там затевал со своим кольцом и этой астролябией? Это вы скажите. Вы работаете на них. Ну, парень, клиент заказывает вещи, я достаю за деньги. Я не задаю вопросов. Просто работа. Такая милая дама. Что уж там... Наверняка я уже уволен. Ну ладно. Во-первых, это не астролябия. Это устройство для чтения шифров. Вот, глядите. Огибая земной шар, Дрейк шел через Ост-Индию и утверждал, что 6 месяцев шел отсюда... До сюда. Ну и что? Такого не может быть. У хорошего моряка этот путь занял бы от силы месяц. Он явно что-то скрывал. Что-то важное. Например? Например, тайное задание Ее Величества. Или спрятанный клад из награбленных несметных сокровищ. Вот. Ты думаешь? Уверен. И это твое устройство как-то с этим связано? Я вам зуб даю. И теперь оно у Марлоу. Оно бесполезно, без ключа. Патовая ситуация. Пока да. Ты не сказал, как тебя зовут. А вы не сказали, что вам от меня нужно. Ладно. Слушай, ты самородок, но надо учиться. Оставайся со мной, и я тебя обучу. Спасибо. Мне и одному живется неплохо. Да уж, вижу. Давай-ка попробуем еще раз. Друзья зовут меня Салли. Натан Дрейк. Нейт. Дрейк, да? Ну ладно. У нас с тобой большое будущее. Далеко пойдем. И уехали. Но, парни... О, Чарли, ты бы хоть глушитель поставил. Салли, а как же спецэффекты, а? Давай-ка. Здесь вот-вот будет полиция. Спецэффекты. Бить можно было и полегче, Чарли. Да я тебя легонько стукнул. Дубовой башкой. О, ну ладно, признаю, немного увлекся. Да уж. Сам просил, чтобы все было натурально. С ним шутки плохи. Так, красотка, они на подходе. Не упусти. Уловка сработала. Как думаешь, быстро они распознают фальшивку? А, неважно. Главное, мы их выкурили. И теперь и найдем их дыру. В твоих устах самая невинная фраза звучит пошло. Правда? Ты с головой поосторожнее, а то. Привет, парни. Здравствуй, милая. Прямиком из преисподней. А, ты бы видела, Хлоя. Все прошло идеально. Что примолк? На тебя не похоже. Ну, скажем, Чарли перестарался самую малость. Началось. Аж голова гудит. Да брось ты. Ничего, голова — это кость. Похоже, я много пропустила.
Да, разыгралась такая драма. Ох, как смешно. Проблемы были? Нет, никаких. Тебя точно не заметили? Да точно. Ну, где наша старушка-веселушка? Вон там, видишь дверь, зеленую. Машина въехала туда давно, и с тех пор тишина. Они еще там? Ну, я все это время наблюдала, пока никто не выходил. Это необходимо? Вряд ли они нас ждут. Ты их недооцениваешь, а зря. Да мы только глянем одним глазком, по-тихому. Да, конечно. Но если что, стреляй, а уж потом разбирайся. Помогите мне. Да-да, сейчас. Машины тут нет. Вы ее видите? Не понимаю. Черт. Не тот гараж? Нет, зеленая дверь, тот самый. Нет, мы теряем время. Этот чертов кейс нравится мне все больше. Но не могли же они раствориться в воздухе. Должно быть объяснение. Надо просто его найти. Салли, посвети-ка на стену. Ну как парни. Обрымать ее кадавра. А, Нейт, с кем это мы связались? Есть только один способ узнать. Мы пойдем внутрь, жди у фургона. Будем держать связь по рации. Сообщу, когда пройдем туннель насквозь. Куда бы он ни вел. Сваливать будем быстро. Так что будь готова. Ладно. Она умеет уходить от погони. Да, слыхал. Боже милостивый, кто они такие? Не желаю слышать отговорки. Ты должен был знать, что он выкинет. Это досадный промах, но... Нет, не промах. Глупость. И эта глупость могла дорого нам обойтись. 4 века поисков. Наконец-то. Тайна Дрейка будет раскрыта. В чем дело? Я не понимаю. Это подделка. Что? Не может быть. Я сам проверял. Его подменили. Да ну. Я держал его в руках. Он надел на шею. Я глаз не спускал. Нас надули. Катер. Ага. Вы стерегите, глядеть в оба. Нас могли выследить. Вы за нами. Найдите и принесите мне кольцо. Мне плевать, как вы это сделаете. Вы только посмотрите. Фух. Нейт, время. Не валяй дурака. Да. Да. Что ты там? Вы знаете, что это? Это книга. Их тут много. Мы в библиотеке. Это не просто книга, умник. Это дневник Лоуренса. Лоуренса Аравийского. Да, да, знаю такого. Отправлено из Дорсета в день, когда он разбился на мотоцикле. 13 мая 35 года. Они убили его, перехватив письмо. Они? Эти люди. Они, кем бы они ни были. Ты несешь полный бред. Просто авария. Свидетели сообщали, что там был черный автомобиль. Эй. А, то есть это был заговор? Может быть. Нейт. Что? Эту штуку ты искал 20 лет. Так.
Так. Поехали. Н. О. З. Л. О. Что такое? Чушь. Но злоль-то я. Что? Что за черт? Просто обрывок фразы? Извини, Нейт, ну и мерзавец же этот твой предок. Заткнитесь вы, это анаграмма. Золотая? Золотая лань. Корабль Дрейка. Да. Подсказка. Где-то здесь что-то спрятано. Разделимся и все обыщем. И говорит: пощекочите и мне, мисс, я должен поймать этого верблюда. За нас. За наш с вами успех. Да. Не желаете ли выпить, сэр? Да. Да. Карта подтверждает. Дрейк и не думал торчать полгода в Ост-Индии. Он отправился прямиком в Аравию. Так. Самое интересное. Видите? Это подпись Джона Ди. Какого еще Джона Ди? Джон Ди. Ближайший советник Елизаветы. Как можно не знать? Да, он был большой знаток математики и навигации. Опережал свое время. Возможно, этот диск его работа. Увлекался оккультизмом. Очень жуткими материями. Он подписывал послание Елизавете этим символом. Мол, он ее глаза. Первый агент 007. Видишь? 007. Это не так важно. То есть Джон Ди послал Дрейка в Аравию? Да, похоже. Ди и королева. И Уолсингем. Да, но зачем? А вот это уже вопрос на миллион. Теперь перейдем к Лоуренсу. Прежде чем стать Лоуренсом Аравийским... Классный фильм. Он был археологом. Еще ребенком он увлекался историей, бредил рыцарями и крестоносцами. В своих странствиях он описывал места, где проходили крестоносцы. Это все здесь. Так, теперь я совсем запутался. Как все это связано с Дрейком? Сейчас скажу. После войны Лоуренс сказал, что если вернется в Аравию, то лишь для того, чтобы найти некую Атлантиду песков. Эта легенда многократно всплывает под разными именами. Убар, Ирам Многоколонный, Медный город. История всегда одна и та же. О, баснословно богатый город, прогневивший бога своей гордыней и погибший в песках пустыни Руб-эль-Хали. Вот здесь. Мне нравится часть про баснословные богатства. Это на их поиски королева отправила Дрейка. О, да. А главное, именно их ищет Марлоу. Стоп, стоп. Если Дрейк отправился туда по приказу королевы, зачем такая скрытность? Зачем так стараться утаить, что он был там, в том числе от самой королевы? Не знаю. Что-что? Я не расслышал. В прошлый раз мы пошли за тобой через полмира искать затерянный город. И предприятие вышло очень рискованным. Да, но теперь у нас преимущество. У Дрейка была лишь половина зацепок. У Лоуренса тоже. У нас есть все. А у Марлоу ни одной. Но есть нюанс. Пустыня Руб-эль-Хали тянется на 600 миль. Бедуины обходят ее стороной. Даже если знать, где город, а мы не знаем, искать его там верная смерть. Подождите, видите символы? Да, похоже на сабейское письмо. Письмо. Точно. Крестоносцы искали тот же затерянный город 1000 лет назад. Но лишь 2 места в дневнике Лоуренса помечены этими символами. Одно в Сирии, другое во Франции. О! Нет, вы двое в Сирию, мы во Францию. Если пойдем по этим зацепкам, найдем город Лоуренса, я уверен. А что потом? Как мы пересечем 600 миль непроходимой пустыни? Ну, город в сердце пустыни. Так что это всего лишь 300 миль. Сориентируемся по обстоятельствам. Сожжем мост, когда дойдем до него? Именно. Что скажете?
Была не была. А, ладно. Господи, как ты выносишь эту вонь? Да ладно, не хнычь. Привыкнешь. Это еще что? Молчи. Дальше придется на своих двоих. Что? Ты найдешь джунгли даже в сердце старушки Франции. По крайней мере, идем в нужную сторону. Замок вон там. Недалеко. Пошли. Да. Стоп. Я бы не советовал. Черт. Превосходно, господа. Харрис, забери у мистера Дрейка артефакт. Да, Харрис, попробуй. Стоит ли из-за этого умирать? Ваш друг так не думает? Отдай, Нейт. Что это? Господи, что за черт? Стой на свету! Забери, живо! Сдается мне, ваш факел гаснет. Желаю удачи. Ну и мерзавец. Согласен. Пошли. Надо скорее выбираться. Держись рядом. Ну и ну. Еле ушли. Ты как? О, да, я огурцом. Давай. Сейчас. Подожди. Вечно ты забываешь, что я старше на четверть века. Да брось, Салли. Ты силен, как бык. Куда торопиться? Они думают, мы сгорели. Фух. Ну да, почти. Признаюсь, я запамятовал. Какого хрена мы в это ввязались? Нет, нет, нет. Не надо опять рассказывать, как ты стар. Пощади меня. Эти люди не признают поражения. И что? Предлагаешь поднять лапки кверху? Не надо. Этого я не говорил. Тогда не делай вид, что готов лечь и сдохнуть. Слушай, парень. Я прикрывал тебе спину 20 лет. Я никуда не денусь. Ясно же. Я просто хочу знать, что мы не зря все это делаем. Тобой движет уязвленная гордость. Ты теряешь страх. Это не моя школа. Это плохо кончится. А, черт! Причем для всех. Господи. Что? Катер и Хлоя. Если следили за нами... Черт, за ними наверняка тоже. Надо предупредить. Да, и скорее в Сирию. Надеюсь, ты помнишь, где машина? Я ничего не соображаю. Черт, обоим не могу дозвониться. Что-то тут не так. Скоро замок откроется. Через несколько часов начнут подъезжать автобусы. Тогда поспешим. Цепь срезана. Ну, теперь ясно, что мы тут не первые. Пока Марлоу и Толбот считают нас мертвыми, можно застать их врасплох. Надо действовать. Значит,
Прокрадемся и выясним, где держат Хлою и Катера. Если они живы. Не будь пессимистом. Я реалист. Эти люди не похожи на тех, кто берет пленных. Давай пока будем думать о хорошем, ладно? Спасаем Катера с Хлоей и потихоньку удираем. Ну да, потихоньку. Все возможно. Что за черт? Почему вы не во Франции? Вас спасаем. От чего? Боялись, вас поймали. Или хуже. Но почему? Ну, Толбот подкараулил нас в замке. Он ждал нас. Мы думали, что и вас выследили. Ну, они тут, рядом. Ну, ясное дело. Так что лучше не привлекать внимание. Что у вас случилось? Мы сутки не можем с вами связаться. О, забыл денег на телефон кинуть. У тебя авансовый тариф? Ну да, контракты – это же грабеж. Что, мой сломался? Опять? Ладно, проехали. Ты не представляешь, что мы нашли. Тут все записано. У Элизабет в Сирии не просто шпионы. Все эти люди – члены некоего герметического тайного общества. Британская оккультная служба, Школа Ночи, Клуб Адского Огня, Орден Золотой Зари – все они связаны. Так Джон Ди? И Фрэнсис Уолсингем, и Уолтер Релли, и даже твой Дрейк – они все оттуда. Их интересовала власть. Контроль над врагами посредством шпионажа, обмана, страха. Эй, парни! Так, так, погоди. Так Марлоу и ее люди? Все тот же тайный орден. Ему уже 4 века. Сейчас есть дела поважнее. Да, надо уходить отсюда. Да, да. Вот, смотри. Quod est superius. Est sicut quod est inferius. Что наверху, то и внизу. И это ключ ко всему. Нам надо на самый верх этого замка. Ха, вот и лестница. Отлично. Нет. Стой. Дай сюда. Хорошо. Теперь дневник. Спасибо. Не верь Дрейку. Где носит Чарли? Кто знает. Нет, нет, нет! Черт! Он исчез! Куда он мог? Эй, Чарли, ты цел? А? Чарли? Что такое? Посмотри. Боже, это что еще за чертовщина? Будем надеяться, доза небольшая. Нет. Спокойно, смотри на меня, Чарли. Я здесь. Нам надо уходить отсюда. Нет, не трогай. Отвали от меня. Ладно, ладно. Никто тебя не тронет. Что на этом дротике? У тебя кожа облезает. Явно что-то галлюциногенное. Чарли, не волнуйся. Уйди. Вы меня не заберете. Никто тебя не заберет. Просто пойдем с нами, ладно? Да. Земля плавится. Чарли, стой! Хватит! Чарли, Катер! Господи! Чарли! Он его убьет! Чарли! Чарли! Ты что? Отойди! Стой! Чарли, ты убьешь Нейта! Чарли, слушай меня! Ты убьешь Нейта! Чарли! Господи! Как ты? Дай помогу. Нормально. Вставай. Все нормально. Нейт, 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 прости меня, дружище. Я в расчете. По
Погоди-ка. Ты что, правда хотел пристрелить меня? Как бешеного пса? Да уж. Ну, еще попытка. Я иду первым. Вот ведь. Бросьте оружие. Нет, это вряд ли. Что ж, вот дилемма. Силы вроде бы равны. Ну, пока не подоспели мои люди. Подождем. О, нет. Парни? Чарли. Ах, чтоб тебя. Что ж, это меняет дело, господа. Бросьте оружие. Пошел ты. Катер, стреляй. Нет. Стой. Мы поняли. Так? Вот так-то лучше. Стреляй. Ах ты, ублюдок. Катер, стреляй. Как скажешь. Идите! О, черт! Прыгай, Чарли! Слишком далеко. Что нам делать? Что нам делать? Чарли! Вот дерьмо! Недалеко же ты ушел. Дай сюда. Отвали. Ты ему ничем не поможешь. Я не могу на это смотреть. О, Катер, ты подавал такие надежды. Ну да. Правда. Большие надежды. И вот, как грустно все обернулось. Ты меня предал. И вот что из этого вышло. Вот так распорядилась судьба. Черт, нет. Черт, нет. Нет! Скорее, уходим! Чарли! Ах, мать твою! Тихо, не дергайся! Моя нога! Не трогай! Она сломана! Без тебя знаю! Ты успокойся, Чарли. Дыши ровно. Нейт, посмотри. О, чертовщина! Все, пора уходить. Оставьте мне пушку. Убью их нахрен. Нет уж, мы тебя не бросим. Ну-ка, вставай. Я держу. Держишь. Прикрывайте. Давай. Пошли. Так. О, автобус. Быстро туда. Ладно. Да, неплохая идея. Здрасте. Там смотреть нечего, честное слово. Давай-ка. Раз, два, молодец. Ничего, ничего. Так, садись. Я поведу. Присмотри за ним. Вот и они. Ну, Салли, жми на газ. Вроде оторвались. Ладно, поищу, где бросить автобус. Давай. Ты как, Чарли? Да превосходно. Слишком большой риск. Ну, жив остался. Я не только про Чарли. Я вообще про все это. Слишком опасно. Нет, 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 нет. Не смей сдаваться. Если они добьются своего, я тебя никогда не прощу. Не волнуйся, Чарли. Я им не позволю. Да что с тобой? Что ты хочешь доказать?
Ничего я не доказываю. Ну да. Что дальше, Нейт? Я собираюсь в Йемен. Ты со мной? Разумеется. Только вот попасть туда — проблема. Ну, есть там один человек. Кто? Ну, нет. Нет, нет, нет. У тебя есть другие предложения? А если... Нет. Ладно. Давай, звони. Елена Фишер, иностранный корреспондент. Привет, Салли. Как поживаешь, милая? Нет, извини, тут это неприлично. А, ну да. Вы можете держаться за ручку. Нет уж. Как ты, Елена? Хорошо, спасибо. Отлично выглядишь. Поскольку жизнь меня ничему не учит, я оформила вам необходимые документы. А, спасибо. Мне не волноваться о том, что у вас в багаже? Конечно, нет. Не. Ясно. Видно, пока нет. Прошу помнить, вы журналисты. То есть порядочные люди. Ты с этим справишься? Она к тебе обращалась. И какая нелегкая занесла вас в эти края? Ну, историей интересуемся. А, вот почему такая спешка. Ну да. Проклятый клад? Нет. Инфернальный злодей? Нет. Не умеешь ты врать, Дрейк. Что? Не умеешь. Давай не будем опять начинать, а? Да я... Где машина? А, вон там. Ну, я пойду отнесу багаж. Нейт, а... Ты его еще носишь? А, да, ношу. В этой стране очень помогает. Вот оно как. Да, так что... Не обольщайся. А ты свое тоже носишь? Что? А, это, да. Это из-за него вы здесь? Ты не понимаешь. Я, наконец, доказал. Дрейк лгал о маршруте через Ост-Индию. 400 лет назад он был здесь. И зачем? Это нам предстоит выяснить. Да нет, тебе это все зачем? Я очень волнуюсь. Я способен о себе позаботиться. Я волнуюсь не за тебя. Что, за Салли? Он пойдет за тобой на край света. Не проси, имей совесть. Я не понимаю. К чему ты мне это говоришь? Готовы? Ты нас просто подбрось до города и ладно. Ну нет уж, вы теперь под моим присмотром. Я с вас глаз не спущу. Чтоб мне провалиться. Ух ты. Что наверху, то и внизу. Салли, это карта звездного неба. Логично. Бедуины в песках ориентируются по звездам так же, как и моряки. То есть, ты можешь найти дорогу к затерянному городу? Если будет секстант. На флоте я зря времени не терял. Ну да, искал, кому бы пришвартоваться. В смысле? Не бери в голову. А запомнить ты это сможешь? Ну, да. Но может лучше зарисовать? Ты знаешь, я бы не советовал. Эй, посмотрите. О, ну что ж, живенько. Вы слышите? Черт! Попали. Эй, в чем дело? Отойди от стены. Держи факел крепче. Вот дерьмо.
Эти паскудные твари. Ты знал про них? А меня решил зря не пугать. Эй! Смотрите! Пусть не обманет мир тебя своей красой. Это грезы грезящего. Мираж в пустыне. Чаша смерти ожидает тебя. Мило. Все по-английски? Да. Это писал Дрейк. Стоп. Так что же получается? Дрейк преодолел тысячи миль в поисках Атлантиды песков и вдруг нашел нечто, что заставило его повернуть назад и даже скрыть все следы своего путешествия. Ну да. Но ты явно не намерен сдаваться. Ну, да. Зачем? Клад ищешь? Салли, ну скажи ему, сделай что-нибудь. Да, Салли, друг, свяжи меня. Вы оба неисправимы. Елена, ну брось, мы просто шутим. Слушай, ты уже победил. Перехитрил ее. Ты знаешь, где город, а Марлоу нет. Тебе этого мало? Черт! Нейт? Бегите! Бегите! Господи! Тихо, парень! Отойдите! Отойдите! Да что с ним такое? Это яд. Что? Так, надо увести его. Черт! Пошли со мной! Не трогай! Ладно! Мы просто хотим помочь! Отвали! Не трожьте меня! Нейт! С добрым утром. Не советую звать на помощь. Не забывай, ты здесь не совсем легально. Великое начинается с малого. Я знаю, что в глубине души ты все тот же грязный, перепуганный щенок. Вы не знаете обо мне ничего. Вообще-то, я знаю тебя лучше, чем кто-либо еще, мистер Дрейк. Не настоящее имя, конечно. Но не будем об этом. Мать-самоубийца. Папаша сдал 5-летнего сыночка в приют. Некий приют Святого Франциска. Прямо почерк Диккенса. О! Спокойно, она нам ни к чему. Если, конечно, нам не придется тебя упрашивать. Что вам нужно? Увы, как это не прискорбно. Твоя помощь. Найди мне Салливана. Ага. Я в курсе, что ему известны координаты Ирама. Откуда вы знаете? Ты сам сказал нам. Ты не такой уж верный друг, каким хочешь казаться. А он тебе друг? Что? Как это понимать? Подумай. Ты ведь...
угодил к нам в лапы довольно давно. И что-то он не спешит на выручку. Разве он спас тебя там, в Картахене? Он просто тебя использовал. Я вижу, к чему вы ведете. Поверь мне, Виктор всегда блюдет только свою выгоду. Это суровый факт. Я поняла это 20 лет назад. Удивительно, что ты до сих пор не понял. Зря стараетесь, мэм. Как скажешь. Но ответь мне. Забрав тебя с колумбийских улиц 20 лет назад, он спас тебя от той жизни? Или же обрек на эту? Ах, прекрасно. Ну, Виктора засекли на другом конце города. Увы, дружок. Похоже, тебя убрали из уравнения. Ие сабах эль фалеф эль уэль хумас вэль баба ганук. Помнишь меня? Рамзес! Скажи мне спасибо, друг. А, ну да, спасибо. Я серьезно. Англичанка велела тебя убить. Но я... Я славный парень. Я спас тебе жизнь. Сейчас я твой единственный друг. Ну-ну. Ждешь от меня ответной услуги. Так ведь? Умный. Молодец. Взял и сам все понял. Мне нужна такая малость. Дорога к Эраму. Конечно. Где город? Я этого не знаю. Брешешь! Слушай, а если бы и знал, ты убил бы меня, как только бы я раскололся. Обижаешь? Ты же пират. Пират и бизнесмен! Прояви уважение! Давай еще раз. Как мне найти город? Ты можешь хоть пытать меня. Ладно. Но я правда этого не знаю. Пусть так. Тогда мне наверняка поможет твой друг. Что? Кто? Твой друг. Виктор Салливан. Я не хочу этого делать. Все-таки он уже в почтенном возрасте. Стой! Нет, нет, нет. Ты не оставил мне выбора. Может, Виктор ценит свою жизнь дороже? Стой! Не трогай Салли! Пока, Дрейк! Не смей его трогать! Ну, повеселимся. Салли! Салли? Это не он. О, черт. Ну, Дрейк, сколько же от тебя проблем? Покончим с этим раз и навсегда. Салли у тебя нет. Конечно, нет. Я врал. Не забывай, я же пират. Yellow School! Смейся, смейся, пока можешь. Пасара! Thank you.
Вот удача. Как жизнь? Ладно. Ладно, да. Да, я поняла. Перезвони мне, если вдруг... Все-таки... О, Боже! Я перезвоню. Нейт! Это же неприлично. Да заткнись. Я думала, ты в самом деле погиб. Не. Ты цел? А что? Что с Салли? Он жив. Слава богу. Но его схватили. Что? Где? Сейчас они направляются в пустыню. Пошли. Эй, стоп. Погоди, не торопись. Сядь. У них не меньше 2 дней форы. Так просто не догнать. Хоть попробуем. Слушай, есть идея. Но права на ошибку не будет. Так. На летном поле стоит их грузовой самолет. Они хотят сбросить припасы тем, кто в пустыне. Надо попасть на самолет. Именно. Ты осознаешь, что придется прыгать с парашютом? Не в первый раз. Ну-ну. Ладно. Налей мне стакан водички и выдвигаемся. Нет. Мой человек в аэропорту говорит, что самолет не улетит до рассвета. Так что лучше поспи пару часов. Нельзя сейчас терять время. Давай. Ложись. Мне позвонят, если что-то изменится. Ты правда собиралась туда одна? Это же Салли. Конечно. Ты настоящий друг. Я знаю. Нет. В смысле, ты... Я поняла тебя. Я не хотел. Знаю. Приехали. Ну, держи. Эх, как же я не хочу стрелять. Я тоже. Надо проскочить незаметно. Если нас засекут, убьют на месте. Ну вот, они отсюда как на ладони. Да. Давай я... Залезу и подтяну тебя. Ладно. Прикрывай. Ага. Эй, ты... Ты что? Елена, слушай. О, черт, этого следовало ожидать. Не надо. Прошу. Будем честны. У нас один шанс из миллиона. Я чуть не потерял тебя. Не надо, я... Второй раз я не вынесу. Так что садись в джип и уноси отсюда ноги. Пока можешь. У тебя мало времени. Иди.
умница. Давай в машину! Ну. Эй, дежавю, да? Ага. Помоги добраться до шасси. Ладно! Держи ровно! Правее! Еще сюда! Левее! Прыгай! Ну! О, господи! Богу. Попал.
Красота. Ну ладно. Далеко ты ушел от дома? Спасибо. Тебе здесь не место? Всем вам. Почему вы не убили меня, как остальных? Гостеприимство – это закон. Ты был в беде. Даже врага положено укрыть и накормить. Ты враг мне, американец? Дрейк. Меня зовут Дрейк. Салим. Это мое племя. Простите за наглость, Салим. Мне нужна лошадь. И нечем заплатить за нее. Нападешь на караван в одиночку? Знаете о нем? Мои люди 2 дня идут по их следам. Зачем вы здесь? Что ищут британцы в Рубель-Хали? Затерянный город, Убар. Ирам многоколонный. Они схватили моего друга. Он один знает дорогу. Когда Ирам найдут, мой друг станет не нужен. Его убьют. Если Ирам найдут, умрем мы все. 3000 лет назад царь Соломон обладал властью над джиннами, демонами, рожденными из огня. Они взбунтовались. Царь заключил их в медный сосуд и бросил в сердце Ирама. Ирам – злое место. Джинны навеки прокляли его. Англичан надо остановить. Если они отыщут город... У нас мало времени. Да. Их слишком много, нельзя атаковать в открытую. Сейчас отдохни. Завтра мы нападем на них. В каньонах. Выходим на рассвете! Осторожней, Дрейк! Вон они! Конвой под нами! Надо спешить! Дрейк, не трать патроны! Слишком далеко не достать! Мы уже близко! Салливан! Салли, ты там? Салли! Ты живой! Черт! Я падаю! Держись! О, черт! Спасай! Иду, иду! Держись, сейчас! Я не удержусь! Хватай его! Хватайся, давай! О, черт! Держись, как же! Осторожней!
Эй! Как ты? Я-то нормально. Фух, я думал, тебя убили. Ну, попытались. И как ты ухитрился меня здесь найти? Мне помогли. Салин. Салливан, спасибо. Времени мало. Они не должны войти в город. А может... Он прав, Нейт. Я был в плену у этих психов много дней. Уж не знаю, что именно Марлоу тут ищет, но явно не сокровище. Ей надо помешать. Дрейк, медлить нельзя. Яла! Не заскучаешь, а, Салли? Это уж точно. Я... Охренеть! Ух ты! Посмотри! Так он существует! Обалдеть! Охренеть! Вот он, древний город. Но надо же. Ух ты. Виктор Салливан, мы в Убаре. Так вот, откуда город в сердце пустыни. Видимо, тут бьют подземные ключи. Чисто. Удивительно, что фонтан не пересох. Надо же, как бывает. Что? Нет. Нет. Боже. Салли.
слава богу. Ты цел? Ну, дела, скажу я тебе. Ты в своем уме? Я не знаю, кто ты. Ай! Теперь признал? И больше никогда так не делай. Но тебя же пристрелили во время затмения. Что? Затмение? Ты как выпил из фонтана, тут же с катушек съехал. Все это вода. Это она погубила город. Не божий гнев. В ней растворено что-то галлюциногенное. Люди сошли с ума. Вот что ищет Марлоу и Толбот. Похоже на то. Катер говорил, им нужна власть посредством страха. И они ее получат. Еще какую? Но я одного не пойму. Как они хотят вывести всю эту воду? Им нужна не вода, а то, что в воде. Не понял? Вот, слушай, что тут получается? Салим сказал, что Ирам проклял царь Соломон. Якобы он заключил злых джиннов в медный сосуд и бросил в сердце города. Джинны в бутылке? Понимаю, звучит бредово. Так ты думаешь, что Елизавета и Джон Ди за этим отправили Дрейка? Да. Они искали не сокровища, а власть. Только когда Дрейк понял, в чем его задача, он повернул назад, солгал королеве, что ничего не нашел, и старательно замел следы. Спас человечество. Но сэр Фрэнсис знал, что делал. Пора нам покончить с этой историей. Раз и навсегда. Что они затевают? Ищут что-то в воде. Эй! Ха-ха, класс! Это я придержу. Бережно! Не повредите! Глазам своим не верю. Надо сломать эту штуку. Есть идеи? Их много, а нас всего двое. Давай разделимся, зайдем с двух сторон. Да, так шансов больше. Уходим! Бегите! Давай, стой! Ну! Скажи, что не успел наглотаться воды. Нет. Вроде нет. Хорошо. Не стоило нас сюда пускать. Вставай! Надо идти. Ты!
Крейг! Твое имя. Возьми, как Фрэнсис от Елизаветы. Докажи, что достоин. Нечего доказывать. Нейт, дай мне руку. Нельзя бросать ее. Еще как можно. Нейт, дай мне руку сейчас же. Вот. Хватайтесь. Что ты делаешь? Не могу. Не могу. Бесполезно. Уходим отсюда! Держитесь! Нет! Руку! Нет! Давай! Вот так! Бежим! Наверх! Прощайте, баснословное богатство. Ну? Невелика добыча. Нам хватит. Да.
Погоди, Нейт. Ты чего? Да так. Я просто должен тебе кое-что сказать. Ладно. Говори. У меня был паршивый отец, паршивое детство. В 40 я понял, что сына у меня уже не будет. Я и не хотел сына. Куда уж мне растить детей? И тут ты свалился мне на голову. Не надо, Саля. Ты слушай, надо. Я совершил много ошибок. Много. Я знаю, что сам не подарок. Ты к алтарю меня зовешь? Я тебя люблю, но... Нет, стоп. Хоть на минуту перестань острить. И давно ты его хранишь? Давно. Не потерялась? Вот что, парень. Мы не выбираем, как начать свою жизнь. Великая начнется с твоих поступков. Привет. Привет. Летишь куда-то? Ну да. Жаль, что так вышло с кольцом. Да, ничего. У меня есть другое. Думаю, нам пора. Да. Пошли, нам сюда. Но... Идем. Верь мне. Что ты задумал? Да ладно. Ну, он не так хорош, как тот, что вы разбили 4 года назад, но... Пошли. Осталось вспомнить, как управлять этой хреновиной. Там ведь есть парашюты? Конечно. 3. Ну, около того.